Ну что, не клюет, так хоть перекусим. Будем сегодня трапезничать настоящим ташкентским пловом. Вчера я уже попробовал эти пловы. Мне очень понравилось. Это просто офигенный настоящий плов с бараниной. Ну и запах. Офигенный запах курдюка. И заказать его, кстати, можно, по-моему, только в интернете на сайте plover.ru. Блин, обалденный плов. Короче, решили попробовать плов. У нас есть, конечно, свой домашний, но нам сказали, есть еще один очень вкусный плов. Сейчас мы его попробуем. Надо только разогреть. Тут осталась фигня. Какая красота. Ух, душевно вообще. Запах у него, конечно, такой очень хороший. Ой, слушай, мягенький какой, да? Теперь вот стал. То в прошлый раз, конечно, не так было. Но тоже все равно вкусно было очень. Ребят, вот взяли на пробу, нам прислали на Байкал, прямо на Байкал. Ребят на нас вышли, говорят, ребят, хотим вам предложить вот попробовать нашу продукцию. Это делают они плов, ташкентский плов. В общем, что скажу, первое есть можно, мы еще попробуем чуть позже. Сделаем на всех и узнаем общее мнение. Ну что, Мишань, как плов? Обалденно. Мне даже разговаривать не хочется. Вкусный. Оказалось, очень достойное блюдо. Вкусовые качества. Вот имеет место быть в запасе, да? И поэтому для того, чтобы ехать в тайгу куда-то, вот такие вещи нужно иметь всегда. Очень быстро готовится, кипяточек бросил в баночку. Плов у нас в эту поездку очень интересный. Вчера мы его попробовали. Очень даже душевно он провалился. Делается он в Узбекистане. Плов ташкентский. Нам понравилось. Этот плов нам прислали прямо на Байкал. В Улан-Удэ. Производитель на нас вышел, говорит, ребята, попробуйте наш плов. Вот просто, говорит, попробуйте. Если не понравится, можете просто выбросить и ничего про нас не скажете. И вот плов реально нам понравился. Немного скажу о самом плове. Его готовят в Узбекистане в Ташкенте в 120-килограммовых чугунных казанах вручную. На сайте есть несколько фоток по приготовлению, поэтому можете зайти и поглядеть. Пается также все хорошо, рис не слипшийся, очень много видно здесь специй и довольно большие куски мяса. На вид выглядит все очень аппетитно. Попробуем. Честно скажу, по вкусу все великолепно. Достаточно и соли, и специй, мясо очень мягкое и сочное. Да и в целом весь плов очень сочный. Самое главное, что все это рассыпается и очень вкусное. Я вам советую попробовать данный плов, и вы точно останетесь довольны. Формат упаковки бывает разный, банки бывают большие и маленькие. Я решила посмотреть и на те, и на те. И еще решила попробовать вот такой вот интересный вариант – плов с черносливом. На вкус плов мне очень понравился, мне даже стало интересно, но как они так делают, что он при этом остается такой рассыпчатый. Это, конечно, очень удобно, быстрый вариант вкусного полноценного обеда. Плов ташкентский сделан в Узбекистане, в Ташкенте. Бывает четырех видов. Обычный плов с черносливом, с изюмом и с курагой. Скажу честно, я дома попробовал обычный с изюмом. С изюмом даже больше понравился. Ну, реально, как настоящий плов, приготовленный в казане. Я попробовал, обалденно понравился. Давай, можем даже открыть. В принципе, вот такая банка, полноценная порция. Но кто любит побольше поесть, я, допустим, две за раз съел. Ну и кому интересно, берите, неплохой товар. Всем привет! Сегодня у нас на обзоре плов ташкентский, любезно предоставленный магазином plover.ru. Что посылки отправляют в любую точку России. Могут отправлять как почты России, так же наложкой, вообще без проблем. Вот, то есть наложка, если вы даже не знаете, что это такое, вам даже платить деньги не надо. То есть вы приходите на почту, и когда посылка уже пришла к вам, вы платите деньги на почте и забираете свою посылку. В принципе, ну естественно, понятно, что этот плов очень удобно брать с собой в походы, на рыбалку, там, на охоту, куда угодно. Да, банально, как я говорил не раз, на дачу поехали вскопать огород по весне, чтобы с собой не брать кучу еды, потому что приготовить часто нету времени. Вот, мы берем баночку плова.
говорил, за вот эту вот открывалку, это, естественно, огромный мега-плюс, мне еще скидочную карту в подарок прислали, классная вещь. То есть сейчас попробуем этот плов, если мне понравится, то, естественно, будем заказывать, будем брать. Ребята, это шикарная вещь. Это шикарная вещь. Запах идет, аромат просто шикарный. Просто шикарный идет аромат. Я вам просто даже рекомендую попробовать. Вот просто купить баночку и попробовать. И самое главное, вас за уши будет не тянуть, и вы станете поклонником такой. Ребят, это просто потрясающе, я вам серьезно говорю. Это класс. Класс, супер, супер. Просто шикарно приготовлен. Просто я получаю массу удовольствия, и я чувствую, вот сейчас я это доем. Пловер.ру магазин. Заходим, заказываем. Плов ташкентский с черносливом. Любезно предоставленный магазином Пловер.ру. Ребята отсылают по всей России, отсылают как почтой, так же и наложкой могут отправить. То есть платить деньги сразу не надо, вы рассчитаетесь, когда получите посылку непосредственно в руку. Ну что, собственно говоря, вот так вот он выглядит. Вот. Выглядит очень аппетитно, и не надо заморачиваться на приготовлении. Купил, подал, гости довольны. Просто шикарно, пробуем еще. Да, ребят, это плов без мяса. Но я вам скажу, это не делает его хуже. Это не делает его хуже. Он до того действительно вкусный, он до того шикарный и интересный, это просто фантастика. Если вы даже вегетарианец, вы можете покупать такой плов и кушать его. Ребята, это супер. Плов предоставлен любезным магазином plover.ru. Ребят, действительно очень вкусно. Вот вы мне не верите, идите купите и проверьте. Это очень вкусная вещь. Но, ребята, это вкусно, это очень вкусно. Очень рекомендую вам хотя бы попробовать купить баночку. Плов любезно предоставлен магазином plover.ru. Плов поставляется вот в таких вот красивых баночках. Имеет 4 вкуса. То есть у нас с мясом, с черносливом, с изюмом и с курагой. Так, забрасываем. Раз. Два. Ну, по запаху прикольно. Будем пробовать. Вкусный плов, вкусный. Ну, в целом, довольно? Да, довольно, довольно. Подошло наконец-то время питания, сегодня буду есть вот такую штрель. Сейчас решил вот попробовать консервы, в данном случае плов. Называется он плов ташкентский с изюм. Но сам плов очень годный. Не знаю, не воспринимайте как рекламу, просто вот это мой первый опыт на самом деле с этим, с консервированным пловом. Я вчера, когда попробовал, и Глебус попробовал, да вся семья. Как-то мы не ожидали о том, что плов из консервы может быть вкусным. Всем привет, друзья! С вами Олег и Елена на канале «Найди свой рецепт». И сегодня в нашей рубрике «Кушаем и слушаем» обзор вот такой вот штуковины. Это консервированный. Очень удобная штука. Брать на дачу, на охоту, на рыбалку. Нам его предоставил для обзора любезный интернет-магазин plover.ru. Друзья, обратите внимание, сколько много мяса здесь. Очень-очень вкусно. Нет, вообще вкусный плов. Классно, мне нравится. Вкусно, прям вкусно. Я с удовольствием с курагой, с черносливом, вкуснятина необыкновенная. Само качество обалденное. Само качество плова, ребят, молодцы. Чтобы у нас всегда-всегда дома был такой замечательный и вкусный плов. Да, баночки очень красивые. Друзья, которые вы можете заказать. Сайт plover.ru. Значит, плов с изюмом, плов ташкентский с мясом, плов с черносливом и плов с курагой. Есть большие банки мясные, есть банки маленькие мясные. Более подробную информацию вы можете найти на сайте интернет-магазина plover.ru. И сейчас прям буду отправлять в микроволновку. Плов очень хороший, нежирный, настоящий плов, настоящий. Рис какой по вкусу? Не соленый, не жирный, приятный на вкус. Значит, одобрям? Одобрям. Ребята, не обманываю, это так вкусом. Я не думала, что это настолько будет вкусно. Это очень вкусно. Ташкентский, все его я кушаю.
очень мне нравится. Ссылочку я вам опять скину. Посмотрите. Как я и говорил, очень удобно. Срок годности 2 года. О, вот это он рассазал. Ох, стой, стой, стой. Не знаю, такая рыбалка нам и плова не даст покушать. Что-то я где-то плов бросил с пуга. Думал, спиннинг утянет. Ссылку, ребят, на плов. Как я говорил, сброшу. Плов настоящий, без всяких примесей. Такая вот баночка. Пловчик, ребят, обязательно грейте на углях. Ни в коем случае не на огне, а то сгорит. Вот на углях потихонечку, равномерно, пускай разогревается. Если он равномерно весь прогреется и будет весь горячий, он тогда очень вкусный. Мягкий, рассыпчатый. Если погреете только низ, то будет он невкусный. Надо обязательно его хорошо погреть. Ну и очень нравится, что она вот так вот открывается просто. Сейчас, ребят, откроем. Посмотрим. Минут 15 она на угольках полежала. Посмотрим сейчас, что тут у нас нагрелось. Вот такая прелесть. Аромат. Морковка прям сладкая. Рассыпчатый. А снизу большие кусочки мяса. Вот они. Я уже ел. Не одну банку друзей угощал. Смотрите, какие. И мясо. Главное, что настоящее мясо. Не что-то там. Ну, какое. Ну, слюни побежали. Ладно, буду кушать, пока не остынет. Консервированный. Вот такой он, да. На пробу нам отправили попробовать. Что он из себя представляет? Значит, три баночки вот таких. 335 грамм. Как раз я сегодня не ужинал. Это очень хорошо. Поужинаю ими сегодня. Ну и пару баночек таких. Но эти мы в тундру будем брать. Так что возьмем мы с собой пару баночек. Как раз я говорю еще раз, и поужинаем. По составу он достаточно такой существенный. Здесь просто рис, мясо, говядина, баранина, морковь, лук репчатый, масло растительное, изюм, соль поваренная, пищевая, специи, вода питьевая. Никаких Е, никаких там добавок. Самое главное, что я не очень люблю все эти добавки. Так, ну вот решили мы с Дмитрием Александровичем пообедать. Да, их разогревать можно и в микроволновке. Также здесь все прописано, да. И в микроволновке, и в кипящую воду. Ну, у нас походные условия. Попробуем разогреть одну баночку. Вот, попробуем разогреть на огне. Снимем с нее пленочку. Ой, не пленочку, этикеточку. И вот так положим. Я чуть-чуть подогреется, я думаю. Главное, чтобы не лопнуло. Ну вот, подогрелась у нас уже баночка одна. Сейчас попробуем, что она из себя представляет. Ай-яй-яй, какой красивый плов. Не, ну выглядит неплохо. Ну да. Слушай, горяченький. Смотри, с изюмом. Говори. Честно, запах вкусный. Ну сейчас попробуем, надо вторую разогревать. Так что огонь выдерживает банка, это уже хорошо. Не надо думать, как ее разогреть. На костер бросили, пусть греется. Ну, на самом деле, мы тут чуть-чуть копнули поглубже. Не обращайте внимания, мы с хлебушком кушаем. Ну что, голодные, не ужинали. Да. Я обедал сегодня вот плохо. Вот все, мяско я теперь вижу. Говядинка. Ну и погорячеем, конечно, очень вкусно. Бомба. Рекомендую. Не, ребят, ну это, конечно, не это. Так сказать, не магазины. Каша рисовая. Нормально, плохо, такой солидный. Дмитрий Александрович хвалит, попробую я. Да, вот он говорит, надо брать с одной баночки, где он подогретый. Очень вкусный. Попробуем. Горячий. Может, я потому что голодный, мне очень вкусно, но он реально вкусный. Слушайте, я остальные баночки обязательно буду брать с собой, как я уже сказал. Не знаю, для рыбалки, для охоты, не знаю, идеальная вещь и очень вкусная. Самое главное, вкусная. Все, ребят, вот так, всем рекомендую. На горячее готовлю плов ташкентский, вот в таких консервах. Его можно заказать на сайте plover.ru. Давайте попробуем. Мне как раз прислали на обзор несколько банок. Плов сделан из отборных сортов риса и мяса. Есть несколько разновидностей. Его готовят в 120-килограммовых чугунных казанах вручную. Поэтому в домашних условиях повторить вкус практически невозможно. Здесь можно увидеть состав, что нет никаких ни консервантов. Можно разогревать в кипящей воде, также в микроволновке. Конечно же, уже без банки. Такой плов можно заказать на сайте plover.ru.
Это баночка с мясом. Видно сразу, что он рассыпчатый. Аромат настоящего плова. Кстати, достаточно много мяса. И рис не слипается, что в домашних условиях редкость. Давайте откроем также плов с черносливом. Чернослив достаточно большой, его вполне тоже хватает. Этот плов на вкус сладковатый, но мне понравился. В описании оставлю ссылку на сайт plover.ru, где вы тоже можете заказать и посмотреть ассортимент. Такие консервы, я думаю, отлично брать с собой на рыбалку, на пикник, длительные поездки. Да и дома, думаю, когда нет времени, тоже можно приготовить.